Руководитель строительной компании Виктор Леонтьев ведет главу Анапы по будущему детскому саду. Он рассчитан на 160 мест. Строится по индивидуальному проекту на улице Лазурной в Алексеевке. После завершения стройки здание детсада передадут муниципалитету. Рабочие уже приступили к отделке. Застройщик обещает, что выполнена она будет современными материалами. Здесь просторно, выдержаны все ГОСТы. С учетом того, что здесь ведется такая многоэтажная застройка, он здесь просто будет нам необходим. Конечно, мне хотелось бы, чтобы это было вчера, позавчера. Буду просить вас как можно быстрее нам его сдать, потому что если вы нам его сдадите, мы быстрее примем участие в закупках того оборудования, и мы его окончательно откроем. Еще один проект получил путевку в жизнь. Шестая школа прирастет дополнительным корпусом. Заявка муниципалитета одобрена. Финансирование почти 300 миллионов рублей из краевого бюджета рассчитано на 2 года. Микрорайону, где детское население год от года прибывает, этот проект нужен как воздух. Она просто необходима, потому что, особенно в начальной школе, очень много сейчас параллели, очень большие. То есть у меня у ребенка, по-моему, 7 третьих классов. Знаю, что вторых 8 и так далее. То есть с каждым годом классы увеличиваются, и численность в них до 40 человек достигает в некоторых классах. Поэтому это просто необходимо, я считаю. Даже, может быть, не только в пристройках дело. Хочется и новые школы увидеть, полномасштабные. И, конечно, потому что Анапа растет и строится сейчас очень темпами большими. И просто необходима инфраструктура. Глава Анапы ставит задачу – готовить новые проекты под школы и детсады и добиваться по ним финансирования.